Великая Отечественная война навсегда останется в истории нашей страны. А это значит, что мы, россияне, никогда не забудем, что происходило в те страшные года. И сегодня мы узнаем у саровчан, как они относятся к празднику День Победы. Там дети делали одежду, еду добывали, делали оружие какие-то и спасали весь мир. На самом деле, наверное, неоднозначно, потому что, с одной стороны, это очень хорошо, потому что мы помним и почитаем историю, а с другой стороны, я считаю, что немного это не совсем то, как надо это делать. То есть не просто парад на улице или спеть песенку ветерану, а именно какая-то, может быть, моральная и физическая поддержка, которую, в принципе, все могут оказать. Очень трогательно, и у нас очень много и воевали, и ветераны есть в семьях. Конечно, это очень важно. Это очень важный праздник, и хорошо бы молодежь это понимала и осознавала. И перенесла дальше своим детям. День Победы, ну, это священный, конечно, праздник. У меня отец воевал, молодым попал, 17 лет, ну, рассказывал. Конечно, мало мы в свое время их теребили, его уже нет, но рассказал все-таки в конце жизни. Для меня лично это единственный праздник, в общем-то, в принципе. Даже Новый год, он как-то не так выглядит, как 9 мая. Должно ли наше поколение рассказывать младшему о том, что обязательно произошло? Обязательно, о том, что наша история, без этого нет, нас нет. Поэтому считаю, что обязательно должны. Ну, очень много, отец у меня воевал. Будем праздновать. Надеемся увидеть парад. Ну, как у меня. Мой папа воевал, мои родственники все воевали. Что? Со слезами на глазах. Нужно ли рассказывать нашим детям о том, что вот произошло в этом месте? Обязательно надо рассказывать, потому что историю надо знать, чтобы ее потом не переворачивали, как это делают, скажем, там же, где на Украине, да, либо еще в каких-то там же на Западе, как делают, переворачивают все это полностью, людям предоставляют либо тому же новому поколению недостоверную информацию, как сказать, дезинформацию. Вот, то есть, потому что люди должны знать правду, что оно и как и было, и какой ценой вышла эта победа. Очень хорошо отношусь, с трепетом в сердце, со слезами на глазах. День Победы – великий праздник. В этот день мы должны помнить и чтить тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Дорогие ветераны, мы желаем вам здоровья и говорим вам тысячный раз спасибо за то, что вы есть.